Приветствую всех на своем канале. С вами Маркелов Борис. Итак, в Калиостре есть обновление, на котором я возвращаю свои лимиты. Сейчас на экране вы увидите господ халявщиков, которые решили на халяву заработать здесь свои коинты. Товарищи халявщики, здесь такого не получится. Здесь есть проверка, которую я прохожу ежедневно. Если вы решили на мне заработать, у вас это не выйдет. Удалите свои аккаунты и больше не работайте в интернете и удалите свои страницы с ваших соцсетей, в которые вы зарегистрировались. Так, продолжим проверку. Проверка пока идет хорошо. Особенно это касается тех, кто регистрируется в сети YouTube и отписывается от них. В последующем, я думаю, администрация Калиостры сделает так, что ваши аккаунты будут забанены навсегда, и вы будете внесены в черный список. На этом заканчиваю. Всем привет!